Смотрите продолжение приключений космического рейнджера на планете, населенной голодных зомби и мутантов. Ого, что произошло? Почему у меня 2000 монет и вернулся мой? И кажется, что вернулся мой старый пистолет. Ничего себе, вот это магия. Да, человек. О, чуть не сорвался вниз. И, ух, слава богу, что не упозбился-то хоть. Богу, я-то хоть не разбился. Ну ладно, пойдем дальше. Посмотрим, что же нас там ожидает. Так, посмотрим, что же нас ждет дальше. Ого, вот это да. Ничего себе, как же мы здесь пройдем-то? Кажется, нужно взорвать вон ту бочку и обрушить здесь все. Что такое, папа? Ого, смотри, еще мутан вылез, вылез, вылез. Ну, посмотрите, вообще робот стреляет. А робота шестеренка подбила. Здорово. Можно идти дальше, посмотрим, что нас там ожидает. Идем за сундучком, так аккуратненько, потому что здесь робот. Нужно быть очень аккуратным. Будем пользоваться вот этим пистолетиком. И взрываем мы вот эту бочку. Я вру. Монетки мы собираем. И скидываем бочку на вот этого. А нет, он таки выжил. Робот таки выжил. Получай, 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 получай. Вот это жесть. Ничего себе. О, еще вот там выскочил, выскочил, выскочил. Выскочил, прям стреляет, стреляет. Это какая-то пчела летает, что ли? Да, это было больше, но как мутант. Вот это да. Ничего себе. Мутантик. Мутантик. Ого, еще выскочил, получай. Ну, постреляй. Отлично. Теперь идем дальше. Теперь нам кажется. Да, я вижу, что тут провода. Кажется, в них надо стрелять. И робота сейчас скинем. Скидываем этих роботов в пропасть. Ой, тут еще роботы остались. Получайте, получайте, получайте. Получайте. Нет, они меня сейчас скинут эту пропасть. Они не скинут тебя. Тебе надо как-то с этими разобраться. Получай. Получай. Вот так. А да, этот робот пусть пока остается. Ого, смотрите. Этот робот разбирается с пауками. Ничего себе. Получай. 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 Вот так. Ого, смотрите, какая-то бочья коробка мутант. Получай. Папа, стреляй. Нет, нет, это не действует. Давай, Джордик, стреляй, стреляй. Фу. Она разом уничтожилась, слава богу. А слава богу, она растворилась. Можно идти дальше. Посмотрим, что же нас ожидает. Так, ого, смотрите, еще робот. А мы на него скидываем ящик. Ай-яй-яй, он нас подстрелил. Мы теряем монеты. Мы теряем наши монеты. Давай, ну получай, ты получай, ну я монеты теряю. Я так хочу купить мне крутое оружие. Этот робот меня подстреливает. Ого, он тебя напитал все на голову, что он сам тебя подстрелил. Глупый робот. Ну ладно, открываем сундучок. Вот там у нас какие-то были, для какого патрона, для какого-то там пистолетика. Ну что ж, опускаемся вниз и продолжаем путь. Получайте, роботы. А я там еще роботы.
Я вижу, папа, я сейчас попробую их подстрелить. Скидываем им бочечку. У меня уже есть один продуманный хитрый мой план. Ого, одного робота закинул в него бочку. Ой-ой-ой-ой, идет. Не достанешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Попробуй попади. Ого, ничего, вот это взрыв. Ничего себе взрыв. Он себя прям взорвался. Он взорвал эту бочку. И теперь он в итоге вот так взял, да и взорвался. Ого, ого, робот, получай. Ого, давайте вот эту бочку попробуем взорвать. Уйди, машинка, уйди, уйди. Уйди ты, тележка, бабах. Ничего себе, кажется, был какой-то там взрыв. Ну что ж, давайте посмотрим. Ого, здесь РПГ! Но я не могу его купить. Обидно очень. Сейчас еще посмотрим, может там еще что-то есть такое полезненькое. Тут есть бронежилет, но мы пока не будем покупать. Может, найдем какой-то выход, как всегда, можно обратно забраться. Нужно 2900. Ай-яй-яй. Я подбил этот робот. Я потерял монеты. Ну ладно, будем отстреливаться вот этими патронами. Робот, робот, ты где? Я хочу с тобой зазиться. Роботочек, ты куда подевался? Робот, мистер робот, я хочу с тобой сразиться. Мистер робот, ай-яй-яй. Потерял монеты из-за этой шестеренки. Ну ладно. Теперь нужно ее... Сейчас будет аккуратно перепрыгнуть и забрать вот этот сундучок. А в сундучке много монет. Ого, мне кажется, нам уже немножко и хватает на покупку РПГ. Но нам стоит еще подняться наверх, посмотреть, может, еще какие-то монетки упустил и еще что-то. Ого, что это дверь? Тут дверь. Это какая-то дверь. Ого, смотрите, вот это да! Ничего себе, это что за мутант? Это что за мутант? Ничего себе. Ничего себе, вот это мутантик. Эх, жаль, у меня нет РПГ, я бы его подстрелил. Ну ладно. Он пытается меня достать. Начнем битву, ага, получай. Он меня пуляет какими-то огненными шарами. Он мне стреляет какими-то огненными шарами. Ай-яй-яй. Ничего себе, мутант. Осторожно, человек. Он опасный. Да я понял, Пеппа, Джорджик, помогайте. Только куда этот мутант только подевался? Буду из него отстреливать с этого пистолета. Ай-яй-яй. Попал меня. Мутант, ты меня не найдешь, я сильнее. Ого, я ему прямо голову забирался. Ты это видела, Пеппа? Видела. Ладно, будем продолжим собираться. И заберем еще вот этот сундучок. Осторожно, человек, бо он услышит. А то он еще убьет тебя. Ну ладно. Аккуратно. Так, мутант. Будем подождем, пока он подойдет. Пеппа, Джордж, давайте отстреливайте его. Получай, мерзкий мутант, получай. Мерзкий мутант, получай. Получай, мерзкий мутант, получай. Получай, мутант. Чай, вот тебе, мутант. Получай. Так,
Битва продолжается. Будем биться со всей силы. Будем в него отстрелять, стоит силы. Пока соберу вот тут монетки, которые попадали. Ай-яй-яй-яй, чуть не попал. Хорошо, что я успел вовремя вернуться. Ого, смотри, я в засаде. Я прям в какой-то засаде. Кстати, ну как мне теперь выбраться? Я, кажется, застрял. Или куда я попал? Ого, я выбрался. Отлично. Не догонишь, не догонишь. Ха-ха-ха-ха-ха. Не догонишь. Я слишком юркий. Он пробил мою броню. Ай-яй-яй. Ничего себе, мутантик. Ну ладно, попробую запрыгнуть. Попробуй его отстреливать с высока. Так, давайте, Пеппа Джордж, подстреливайте его. Давайте, Пеппа Джордж, отстреливайте его. Пеппа Джордж, подстреливайте его. Буду отстреливать его с-под засады. Если он сюда пройдет, то я буду отстреливать его с-под засады. Ну давай, мутант, иди, я тебя не боюсь. Мутант, ну иди, ну иди. Мне кажется, он тебя не заметит, потому что ты внизу, не заметит тебя. Да я понял, что он меня так просто не заметит. Эй, мутант, я здесь, иди сюда, я хочу с тобой сразиться. Он, кажется, пока не видит меня, ай-яй-яй. Он взял, да и подстрелил меня. Ну ничего, у меня еще патроны есть, так что я, наверное, справлюсь. У меня, если что, еще есть патроны. Осторожно, только не упади, человек. Я постараюсь, Пеппа. И нужно победить этого злого мутанта. Ну да. Он идет на меня. Идет. Тебе нужно спрятаться. Ты знаешь, человек, что он тебя не заметит. Я понял, что он меня не заметит. Получай. Ладно, я продолжу забираться. Я должен выбраться. Срочно должен выбраться. Я должен победить этого мутанта. Я постараюсь тебя победить. Я должен тебя победить, мутантик. Ну что ж, мутантик, ты где? А вот и кажется он. Получай! Ай-яй-яй. Он меня опять подстрелил. Мутант, получай! Ай-яй-яй. Ай, получай, мутант, получай. Это совсем немножко, и убьем его. Давай, папа, помогай, подстреливай его, еще немножко осталось. Давай, папа, помогай, немножко осталось. Помогайте. Давай, мутант, есть, я его победил. Ого, еще один лезет, да как же я его побежду-то? А как мне его-то победить, а еще робот? Ничего себе, вот эта схватка. Надо выбираться отсюда. Эта схватка, ничего себе. Как я победил еще одного, так еще один прошел, ничего себе. Так это что, я думал, это все, а он у меня еще робот нападает, я не могу выпрыгнуть. А, помогите. Это здорово, но нужно убегать от него подальше. Нужно, мне должен попасть в дверь, срочно, пока меня никто не убил. Я просто сама попаду в дверь. Я должен это сделать. Я должен это сделать, иначе я не выберусь отсюда. Не видать мне больше. Что ничего. Так, ничего больше. Ну что, как мне сюда выбраться? Продолжение приключений Рейнджера смотрите в следующей серии. Но сейчас ваши комментарии. Комментарии от обзорчики и канал ТВ мультфильмы теперь уже 11 шоу. Вам понравилось, поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. Всем хорошего настроения и до свидания.